А вы знали то, что хэллоуинское обновление будет уже очень скоро? Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня покажу самую лучшую в мире реализацию обновления 0.17.0, а именно хэллоуинское обновление. Поэтому присаживайся поудобнее и обязательно прожми лайк, если ты не нуб галимый, подпишись, наслаждайтесь всем этим, потому что это просто шедевр. Что я вижу с первых секунд? Это новый Gold Pass, я вижу хэллоуинскую стилистику, надпись Хэллоуин. Короче, ребята, все как положено. Погнали смотреть дальше. Просто, ребят, посмотрите. Это же новый Gold Pass, мать его! Да, мы дождались. Это не шутка, это не сон, посмотрите. Как же это классно. Блин, мне вот реально нравятся все скины. Я даже не знаю, какой скин мне нравится больше всего. Это, кстати, если не ошибаюсь, 5-7. Посмотрите, какой он сочный. Это новые наклейки. Вот такие вот наклейки я бы с радостью приклеил. Просто обратите внимание на каждую наклейку. Каждая наклейка проработана. Совершенно каждая. Блин, как же это круто. Просто, ребята, за это лайк, подписку, сходу копанчиком. Поехали смотреть дальше и наслаждаться всем этим, потому что это шедеврально. Ну а прямо сейчас, что мы с вами видим? Мы видим то, что уровни для Gold Pass'а можно купить. И я вам скажу только одно. 1500 рублей! Да откуда у нас такие деньги? Ладно, мы ютуберы, можем позволить, но я-то пришел за подписчиков. Я считаю, что нормальная цена за уровни была бы 500 рублей. 200 рублей Gold Pass, 500 рублей все уровни. По факту, по факту. Ну ладно, ребят, смотрим дальше. Этот Gold Pass для буржуа, блин, за 800 рублей-то, а? Прямо сейчас мы покупаем уровни Gold Pass и смотрим, что же будет дальше. А что будет дальше? А дальше будут новые купленные уровни Gold Pass'а. И вы посмотрите на этот сок. То есть, как мы видим, на первых уровнях Gold Pass'а можно выбить стикер-паки. Дальше можно выбить новый MP7. Дальше можно выбить какую-то новую тыкву. Я вам скажу только одно. Да это же охренеть как круто! Давайте просто смотреть дальше, наслаждаться всем этим. Потому что, ребята, ну я считаю, за это можно прожать лайк. Как мы видим, Gold Pass мы прошли до 20 уровня. Давайте смотреть дальше, что еще интересненькое мы увидим. А прямо сейчас мы посмотрим на весь этот Gold Pass у нас на инвентаре. Да, ребята, я вам скажу только одно. Это охренеть как круто. MP5, Соркер Мардер, P350, Хэллоуин Спирит. Кстати, блин, это P350 все-таки похож на 5-7 был. Я вам скажу только одно. Он нереально красивый. И я бы с большим-пребольшим удовольствием такой бы P350 купил. Потому что он прям... Вахвость красотка! Charm Pumpkin Gold. Вау. Да, ребят. Кстати, стикер Rage Pumpkin, я вам скажу так, он с виду, может, и не очень, но он привлекает своей фриковостью, как бы это ни звучало, да, он такой странный, такой необычный, и я бы его фиганул бы на какой-то AOM Treasure Hunter. А знаете, что самое приятное? Самое приятное, что это только начало. Давайте сейчас смотрим более детально. MP5, Соркер Мурдерер. Блин, конечно, название такое еле выговоришь. Смотрим дальше, ребята, Charm Pumpkin Gold, но я скажу так... Честно говоря, на троечку, да, если бы сказали оценить минус 5 до нуля, я сказал бы 0. Так, ну ладно, смотрим дальше. Ну, блин, ну вот этот стикер я бы с большим-пребольшим удовольствием куда-то надел бы. Не, ну реально прикольно, да, такой, как будто я сам его нарисовал, такое ощущение на уроке рисования в школе. Эх, пацаны, кто любил уроки рисования в школе? Плюс чат! Какая ностальгия. Так, ну что же, прямо сейчас, ребята, мы увидим новые акции. Внимательно читаем, дамы и господа. Первое, это компетитив пак, как обычно. Разработчики уже сколько? Лет 10 уже эту акцию выпускают. Дальше, прайм статус. Вот это было полезно. Для тех, кто в танке, что такое прайм статус? Это, короче, такой статус, что вы играете точно не против читера. Вы играете против типов, которые дошли до 50 уровня. А там читеров точно нету. Ну, я считаю, это не погано. Так что, ребята, соцлайк, подписка. Ну и еще какая-то донатерская Хэллоуин пак акция, блин, ребят, ну елки-палки, ну сколько же можно этих донатерских акций? Ладно, давайте прочтем. Представляем вам первый набор скинов, доступный для покупки за серебро! За серебро? Да ну нафиг! За серебро! Блин, разработчики, спасибо, то, что вы слышали обычных бедных подписчиков. Обалдеть! Вот это я понимаю. Я скажу честно, я бы с радостью купил бы. Ну, прайм статус, тут все понятно. Соревнуйтесь только с честными игроками. Ну, бла-бла-бла. Самое для нас интересное и самое главное, это, ребята, первая донатерская коллекция за серебро! Это трындец. Так, и как мы видим, первый уровень этой донатерской коллекции стоит 5000 серебра! Вы там одурели или что? Я за всю свою жизнь не собираюсь сколько. Ну ладно, ребята, опять какие-то сперматозоиды нарисованные на этом, на дигле. Так, ну давайте оценим. Fum Bad Wolf. Что в переводе означает, дайте близко познаниями английского. Плохой волк.
Ну, что я могу сказать? Ну, скин, конечно, сочный, но похож на какую-то анкомонку. Мне вот реально интересно, а это Аркана? Это Аркана такая? Блин, ребят, ну честно, на анкомонку сильно похоже. Но я скажу так, в любом случае, любая халява, мы ее поддержим. Даже если она стоит 5000 серебра. Так, ну что, нас приглашают в лобби, ребят. Давайте зайдем и посмотрим на кое-что необычное. На кое-что уникальное. Это раздел. Приватность, просто посмотрите, вот это реально круто. То есть, первое, что можно сделать, закрытый профиль, чтобы никто не видел нашу статистику. То есть, если вы нубгалимый, да, ну не такой, как Кент АПК, потому что я не нубгалимый, то вы можете нажать закрытый профиль, и никто не узнает, что бронза 3. И потом, когда будет играть дуэль, только потом узнает. Дальше, кто могут просматривать статистику? То есть, можно выбирать там друзья, не друзья. Дальше, инвентарь кто может просматривать? Никто, да? То есть, например, если вы такие думаете, вот сказали вашему другу, что у вас есть Scrambit Gold, и он такой, ща я посмотрю инвентарь, а вы оп! Закрыли, и он уже не может просмотреть ваш инвентарь. Это реально было бы очень круто. То есть дальше, есть список друзей, которые могут просматривать. То есть можно добавить особенных друзей, да, там Васю, Петю добавить, а Димасика не добавить, например, в особый список друзей. Ну вы поняли суть. Внутриигровые уведомления, заявки друзья, личные сообщения. Вы все это можете отключить. Вот я бы отключил бы личные сообщения и заявки друзья, потому что из-за этого у ютубера очень жестко лагает. И реально это было бы очень-очень полезно. Так, ну что, смотрим дальше, что же еще интересненько. Мы прямо сейчас заходим в лобби, и есть новый режим. Вы его не видите? Вы не видите? Так раздуйте ваши глаза и посмотрите вправо. Новый режим выживания, да, ребята. Я скажу так, за это можно прожать лайки, подписаться, потому что это очень-очень круто. Так, читаем описание режима. Смерть косой может настигнуть тебя в любую секунду. Беги, прячься, выживай любой ценой или умри. Муха-ха! Так, ребят, мы поняли. Мне прям интересно посмотреть на этот новый режим. Но я скажу сразу, я уже успел обосраться до начала этого режима. Как мы видим, у нас в руках есть коса. Это просто трындец. Я не знаю, ребят, ну это не писать словами. Как же это круто! Пожалуйста, добавьте все это! Смотрим, коса, да? Кто хоть раз в жизни видел косу? Плющат. Проверка, сколько нас олдфагов. Кто вообще знает, что такое коса? Потому что, мне кажется, современная молодежь только и знает, что такое клавиатура и мышка. Так, ну, ничего себе, руки стрёмные, ребята. Обалдеть, вот это да. Не, ну честно, прикольно, посмотрите, какая темная стилистика, какая луна. Я даже не представляю, насколько же тяжело все это было сделать. Просто создатели всего этого, вы молодцы. Ля, ребята, это Синстоун. Кстати, карта Синстоун идеально подходит для какого-то прикольного режима. Да ты шо? Короче, чем суть? Ты берешь эту косу и ищешь всех, кто запрятались. А те, кто запрятались, их задача просто выжить. То есть обратить внимание на радар. На радаре ничего не видно. Поэтому, ребят, просто надо прятаться. Прятки. И говорится, кто не спрятался, я не виноват, получи косу по горбу. Блин, пацаны, я скажу только одно. Это нереально, перереально, нереально круто. Вау, как же все это красиво. Да, пацаны. Да, вот за это реально можно прожать лайк. Ну и прямо сейчас почему розыгрыш, все ссылочки в описании. Большое спасибо создателям этого концепта, ссылка в описании. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, прожмите лайк, подпишитесь и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш любимый ютубер Кент АПК, всем удачи, всем пока.